она подобрала нас, вертушка. Спасибо. И знаете что? Я только вот только-только написал, ладно, но нет такой мины, мины нет такой, чтобы она больна была гепатитом. Но я написал, потому что санинструктор увидел ее и сказал: «Эй, сука, она больна гепатитом, потому что она желтая итальянская мина». И я написал: «Под голубыми небесами». Больная гепатитом мина, лежу, отбившись от своих. А люди мимо, 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 я весело смотрю на них своими желтыми глазами. Я на страже, я пластитом заряжена, я заражена гепатитом, я войною забыта. Во рбу придорожном, осторожно, взорвется, ведь я взведена, и за мной вернется война. Мне все равно... В какой стране, на вами начатой войне, я унесу из жизни, вашей жизни, Афганистан или Чечня, ты отдал жизнь не за меня, ты отдал жизнь не мне, а отчизне. Прости, Господь, прости, Аллах, но мир запутался в делах, и снова прет войною брат на брата, и убивает брата брат, а дядя, он не виноват, он говорит, что мина виновата. И дядя отправляет в бой на интердолг, не на убой, в Афганистан, на Кубу или, во Прагу, или на Прагу. И чтобы свергнут был Амин, доставит 3 вагона мин и 33 медали за отвагу, за родину. А где ж она? Что за страна? И чья война? Здесь Ким Ир Сен, Абдель, на все Насер. Скажи мне, почему и как мы оказались здесь, земляк? Мы сделанные там, в СССР. Я заражена. Я пластидом заряжена. Гепатитом заражена. Спасибо, ребята.